Друзья, всем привет! Вы на канале Азия Китай, и с вами Андрей. Сейчас я нахожусь в Ханое, столице Вьетнама, на улице рынка. Я уже был здесь в 2019 году, показывал вам, что здесь происходит, рассказывал про цены. В общем-то, сейчас мы прогуляемся, посмотрим обстановку, цены, зайдем на самый популярный рынок фейковой продукции, посмотрим, что там продают, какие цены. В общем, давайте начнем наш тур и узнаем, что здесь почем в 2023 году во Вьетнаме. В общем-то, здесь, на этой улице, можно купить абсолютно все. Здесь очень много магазинов, в которых продают обувь, одежду, продукты, чемоданы. Все здесь есть. В основном это копии. Вот вы видите, что это Nike, Adidas и им подобные. Но также можно найти здесь и местные какие-то бренды свои вьетнамские. Обратите внимание, что, как и было 4 года назад, продавцы в основном скучают. Ничего особо не предлагают, не толкают. Вот здесь нет таких вывесок, знаете, что там промо, дискаунт, налетай, покупай. Нет, просто есть магазин, просто там где-то далеко сидит человек. И, скорее всего, сейчас, в 2023-м, во Вьетнаме уже продается все так же онлайн, как это есть в Китае на различных местных своих площадках. Здесь довольно-таки много туристов, очень много из разных стран, и, конечно же, сюда приезжают и за репликами. Но, наверное, это не то место, где нужно закупаться. Хотя, вот вы видите, все упаковано здесь. Можно сторговаться и закупить вот такие вот классные рюкзаки. Видите, все это подобрано под опт, и явно видно, что здесь они не особо нацелены на розницу. Вот это здание, вы видите, бежевое, это уже сам, собственно, рынок. Мы туда сейчас и зайдем, посмотрим, что там. Там должно быть интересней. Ну, а пока вот здесь вот такая движуха. Посмотрите за местным колоритом. Правил движения здесь даже в столице никаких особо нет. Вы видите, все едут, куда глаза глядят. Поэтому нужно быть очень осторожным. Здесь вот такой интересный магазин с разными вазами, каким-то фарфором, чашами, будами. Очень интересно, явно на местных ориентировано. Также здесь можете купить всю любую технику, которая вам понадобится. Но, к сожалению, опять-таки, вот смотрите, я подхожу к магазину, здесь нету прайса, здесь нету цены, типа, там все по столько-то, еще что-то. То есть нужно подходить, узнавать, торговаться, конечно же, потому что вам зарядят здесь стоимость. Сейчас подойдем, посмотрим. Тут продают какую-то местную нямку. Что они такое едят? Видите, здесь ажиотаж, даже очередь, наверное, очень вкусно. Это похоже на какую-то местную выпечку. Не знаю, что это такое вообще, какой-то пирог, не пирог. Пробовать я это не буду. В общем-то, сейчас перейдем дорогу, зайдем, собственно, на рынок. Я думаю, там должны быть интересные предложения с какой-то конкретикой. Ну что ж, это, собственно, сам рынок копий, самый большой, самый известный в Ханое и, наверное, во всем Вьетнаме. Как мы видим, здесь мало что изменилось. Света нормального как не было, так и нет. В общем-то, пройдем по рядам, по торговым, посмотрим, что здесь можно взять интересного. Смотрите, здесь начинается все с часов. Это не Rolex, это непонятно что, давайте посмотрим. Вот они прям по двое, видите, обтянутые. Какой-то холей, не знаю, что это. В общем-то, вот такого плана. Ну, Rolex, еще чего-то я здесь пока что не вижу, ни Омеги. В общем-то, наверное, местные марки, а не копии. Вот так вот тетя меня сейчас пододвинула, просто пошла себе. Смотрите, что интересно, что здесь в основном местные. Продавцы также заняты своими делами. Особо никто ни на что внимания не обращает. Здесь также есть часы, уже вроде как поинтереснее что-то, да, смотрите, вот, роликсы уже, сейчас наведем на них фокус, да, смотрите, вот, тут есть уже роликсы вот таких вот всех мастей, выглядят неплохо, ну, смотреть не знаю, буду, не знаю, сколько они стоят, также вот плохо, что здесь нету стоимости, цены, но копии сами по себе есть, и это уже хотя бы отдаленно вот так как-то напоминает роликсы. Давайте пойдем дальше. Вот здесь женские сумки. Я, кстати, в своих обзорах уже показывал, что вот такие сумки, кошельки можно купить по $2 на ночном рынке на юге.
Здесь это должно быть еще дешевле, но это не точно. Здесь всякие бусы вам предложат, непонятно что. Тут всякие такие handmade ништяки, смотрите, ну типа handmade. Разумеется, это все делается на фабриках, не вручную. Так, что здесь интересного? Какие-то ряды вообще непонятные с женской одеждой и нижним бельем. Где же копии, где же Nike, где Адидасы, где Дизель? Вот это вот, смотрите, такой центральный район этого рынка с красивым фонтаном. Кстати, вот фонтана, я не помню, наверное, его 4 года назад не было. Здесь продают очень много различных кепок, шляп и всего прочего. Панам, также вот здесь видно, да, Дольче Габбана и все и же с ним. Смотрите, только покупают это все местные, выбирают там. Посмотрим, что еще есть интересного. Вот Dior, Chanel. Я думаю, можно найти любую панаму, которую вы захотите. Ряды очень тесные. Вот именно на этом рынке уже идет такая оптовая торговля. И, судя по всему, сюда на закупку приезжают уже местные жители сами. Продавцы сидят прямо вот посреди рядов, что их нужно обходить, не пройти, не проехать. Интересный момент, что, как и было это раньше, никто никуда тебя не зазывает, ничего не предлагает. Например, в Китае всегда там была какая-то движуха на рынках. Тебе сразу там, давай сюда, там, что тебя интересует, мы тебе покажем. На подходе тебя встречают какие-то помогайки. Здесь, к сожалению, ничего этого нет, это не так уж интересно. Вот видите, продавцы просто-напросто скучают в телефоне, и ничего особо не происходит. То есть движуха минимальная. Хотя товары есть. Если это товары местного производства, скорее всего, они местного, они должны стоить очень-очень дешево. Вот такие вот сумки, они на закуп не больше 100 тысяч местных денег, то есть это где-то долларов 5. Так, здесь уже обувные ряды пошли, но классных кроссовок каких-то я пока что не вижу. Посмотрим, что за модельки здесь поближе. Ну, в общем-то, обратите внимание на этот логотип, да, все становится ясно и понятно. Вот такие вот трап модные. В общем-то, один к одному. Ничего я здесь пока что не вижу. Возможно, это просто запрещено, поэтому они вот продают что-то такого плана. Хотя, если стоит это все абсолютно дешево, то можно и закупить. Но опять-таки, вот смотрите, ребята, просто девчата спят. Я пришел, смотрю их товар, они спят. И зависли, ничего более. Это, конечно, не очень располагает на какую-то торговлю, закупку и общение. Вот смотрите, такие модные Rita Suede. Наверное, местный популярный бренд. Ну, кстати, я сейчас вижу, что много-много рядов с обувью. Что-то продается, но это не качественные копии, это не один к одному, это даже не реплика, а все заточено под то, чтобы это было с другими какими-то своими логотипами. Вот, и все было таким образом заточено, чтобы никто не придрался. Наверное, есть проблемы с авторскими правами, и периодически тех, кто продает здесь вот прям такие копии, реплики, их, наверное, прикрывают. Очень много сандалий и тапок. Но обратите внимание на размеры. Больших размеров, как правило, здесь нет, и с ними тяжко. Здесь продают какую-то мелкую электронику. Вот видите, тут всякие колонки, различные щипцы, фены. Вот такие вот радиоприемники, четкие, прикольные. Очки. Здесь вот местный закупается, видите, идет активный процесс, активный торг. Ну, в общем-то, по ходу сделка состоялась. Ну что ж, сейчас я поднимаюсь на второй этаж. Я думаю, может, на втором этаже будет что-то интересное. Может быть, нужно следовать правилу верхних этажей, что лучшие товары там, что это все скрыто от глаз. И может, здесь будут какие-то копии хорошего качества, какие-то более интересные продавцы, которые будут пытаться мне что-то впихнуть, продать, пытаться.
Ну вот видите, здесь тоже идет активная торговля такая, но опять-таки в основном контингент здесь все местные. Как я понимаю, вот по обилию всех этих тканей все это закупается исключительно на ОП. Поэтому не знаю, какие есть здесь темы для закупки. Интересно было бы, конечно, потому что есть и классные товары какие-то, и бюджетный сегмент, и местные различные платья, костюмы. Вот видите, здесь ткани собирают. Но как-то вот нету такой движухи, нету такого фидбэка, чтобы я шел, меня там окликнули, мистер, давай посмотри. Пока что этого ничего не вижу, в общем, сейчас просмотрю, что происходит на втором этаже и покажу вам. Здесь продают очень много разных тканей для костюмов, для платьев, разные национальные какие-то одежды, одеяния. Вот смотрите, кстати, очень много людей, кто тут что-то выбирает, покупает, вот перебирает. Наверное, ткань здесь стоит совсем недорого. Видите, здесь вот у них есть образцы. Вообще, каждый желающий здесь, в Ханое, да и во Вьетнаме, в принципе, может себе пошить какой-нибудь костюм. И говорят, что стоит это как-то не очень дорого. Вот видите, какие разноцветные. Здесь это, наверное, вот так вот все это сортируется. Видите, такая движуха, вот женщины сидят, тут все перебирают, это все в баулы какие-то складывают. В общем-то, здесь прям оживление такое чувствуется, по сравнению с первым этажом. Идет какая-то движуха, что-то здесь вообще продают, толкают. Но вот здесь именно я вообще не вижу ни одного иностранца, я здесь один хожу, гуляю, смотрю вот это все. Видите, вот так вот тетрадочку что-то там записывают, подчеркивают, перечеркивают, сортируют все. Оживление есть, есть движ, но ничего не предлагают, к сожалению, ребята. Обратите внимание, как здесь сидят сейчас, вот, говорят, дай дорогу, что ты здесь снимаешь. Обратите внимание, что сидят вот прямо на этих тканях, на своих. Кто-то вот так вот вырубился, спит просто-напросто. В общем-то, для Вьетнама явление привычное, полуденный сон, конечно же, это важно. И место есть, спать мягко, удобно. В общем-то, пройдем чуть дальше по рядам. Я, честно, не очень понимаю, что здесь за движуха происходит, почему такой ажиотаж, вот почему ткани все так закупают в таком количестве, много всего. И почему это не идет как-то все в другие страны, это тоже странно. Хотя здесь довольно-таки специфичный стиль, вот такой, видите. Ну, в России вряд ли такое будет пользоваться популярностью, хотя все возможно. Так, здесь продают всякие майки, кофты. Но опять-таки, смотрите, вот что касается моделей. Модели все есть вот неплохие, смотрите, по 60 тысяч. 60 тысяч за такую поло. Это не очень дорого. Кстати, на ощупь очень хорошее. Очень хорошее, прям действительно, неожиданно для меня. То есть, смотрите, это около $3, вы получаете такую классную футболку поло. Я думаю, оно того стоит, прям неплохо. Пройдемся еще посмотрим, может найдем что-то еще интересное. Ну, смотрите, футболки по $3, это хорошая цена. Вот здесь вот начались уже Adidas, Valentino, что-то типа Dior. Смотрите, вот видите, даже здесь есть вот надпись такая Adidas, вообще Original, официальный лицензированный продукт, сделан во Вьетнаме, смотрите. Точно так же с Nike, вот здесь логотип, видите, Nike.com, Made in Vietnam. Существует байка о том, что это все шьется на той же официальной фабрике, только в ночную смену. Конечно же, ребят, это все неправда, это все не так, но вот такого плана есть вещи, то есть их можно найти. Так, здесь уже куча разных джинсов, смотрите, вот с китайскими иероглифами, да, вот, что-то написано. Здесь нету уже надписи Made in Vietnam, потому что, судя по всему, скорее всего, сделано в Китае. Так, здесь детская одежда, вот, к сожалению, не видно прайса, а нет, он есть, смотрите, 4 за 120. То есть, вот видите, 4 таких детских платья за 120 тысяч. Это хорошая стоимость. Здесь обратите внимание, опять-таки, вот есть футболки, но надписи все на китайском. Опять-таки, вот и что-то продается. Но, смотрите, на китайском, вот видите. Вот как-то так.
общем-то, есть сомнения, что часть этой продукции сделана действительно во Вьетнаме. Как бы есть вероятность того, что на рынке просто перепродают много вещей, которые изготовлены также и в Поднебесной. Судя по надписям с иероглифами и известным фирмам Ижи Юда Яси. Вот таким вот. Так, сейчас зайдем вот в этот узкий ряд. Смотрите, вещей много, они есть. Цены из тех, что были указаны, они действительно хорошие. Но возникает ряд вопросов. Очень много, вы видите, здесь вещей с Китая. Явно с Китая и явно просто перепродающихся. А качественных каких-то копий здесь я не увидел. Не то чтобы реплики люкс, а просто вещи хорошего такого годного качества. Они есть, но они будут без пирог, без нужных этикеток. Что касается копий, то были неплохие модели именно вот по шортам. Там вот где Nike, Adidas, да, Made in Vietnam. Все в лучших традициях, было классно. Что же касается остального сегмента, я пока что ничего не увидел. Что касается часов, копии вон те роликсы, которые я показал в начале ролика, они с виду смотрятся неплохо, но там вопрос в цене. Судя по тому, что у мужика находится ларек, именно ларек, а не магазин даже, в начале рынка, скорее всего, там высокая цена, и рассчитано это все на тех, кто только зашел на рынок и готов прикупить себе роликс. Ну что ж, друзья, вот такой вот он рынок во Вьетнаме, Ханой 2023. Мало что изменилось за 4 года. В принципе, все то же самое, все те же самые ленивые спящие продавцы. Стало побольше ассортимента. Сам рынок особо не изменился. Копий классных здесь в наличии, в доставке нету. Но есть просто неплохие товары. И если вам хочется прикупить что-то колоритное, интересное из Вьетнама, приходите сюда, вы это найдете. Здесь, в этом районе, очень много магазинчиков, в которых продают абсолютно все. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До скорых встреч в Азии. Всем пока.